Прибавь пару крыльев к стрючку перца, получится стрекоза. Дай фантазеру пару учеников, получится мастер. Приветствую вас, стройные бегемоты! С вами Федорович, а после этого видео вы смело сможете ходить в самый криминальный и страшный район вашего города в самое темное и страшное время суток. Ведь вы познаете самые истинные и лучшие приемы самообороны от самых великих и истинных мастеров. Now, because this isn't that kind of situation, what I'm going to need to do is move forward and use their body mechanics against them. So it's going to look something like this. Человек не для того карабкался на вершину пищевой цепочки, чтобы стать вегетарианцем. А мадам не для того набирала 120 кило, чтобы просто убегать от гопников. Именно поэтому она изобрела невероятную систему уничтожения двух вооруженных пистолетами мужиков. Честно говоря, у меня нет вопросов к приему, ведь эта огонь-баба реально может завалить двух дрыщей. Причем во всех смыслах этого слова. Но мне не дает покоя один вопрос. Что нужно было сделать такого в своей жизни женщине, чтобы на нее напало два мужика, да еще и с пистолетами? Хотя, наверное, в битве за последний беляш в кабаке может быть и такое. Знаю, многие из вас сейчас скажут, я еще не наел 120 кило, мне еще до этого годик, что же мне теперь на улицу не выходить? Я все предусмотрел. Сейчас вы увидите прием именно для легковесов от пистолета. Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей. Но с таким кентом в этом мире не страшно ничего. Если вы не совсем понимаете, зачем мужик все время прыгает на пистолет сзади, вместо того, чтобы тупо дать кирпичом или палкой по чердаку, ведь он все равно подходит в упор, то я вам отвечу. Это ситуация, когда ты отошел справить нужду, а на твоего кента наехал бандит с волыной. Именно тогда ты, как настоящий чакраборти из легендарных фильмов, должен выпрыгнуть из кустов, даже не застегивая ширинку, и обезоружить злодюгу, затем выпустив в него всю обойму. Да знаю я ваши возражения, сейчас начнете. Не у всех гопников есть пистолеты, даже ножи не у всех есть. Они никогда не ходят по одному, только толпами. Что же нам теперь делать, ай-яй-яй? Я опять все предусмотрел. Сейчас вы увидите легендарные приемы от трех копыл. Доставайте блокнот и записывайте. Вот такая бывает ситуация. Нас трое гопыл против одного задрота. Двое сзади хватают и сажают на землю. А третий гасит туфлями в морду. Все, ему конец. А теперь узрите, как с ним расправится мастер. Когда он меня бьет, я просто переношу вес своего грациозного тела, и этот гигрот лупит по воздуху, а я его ломаю. Если вдруг вы оказались на земле и вас собираются добивать ногами, просто катитесь на противника, как колобок. Ведь не зря вы годами наедали свое пузо, прямо как у меня. Понимаю. Будучи таким дрыщом, как мастер из предыдущего видео, конечно, легко отклоняться и кататься по земле, как невинный одуванчик. Но что делать настоящим мастерам, у которых 20-й дан по продавливанию дивана и 150 кило рабочий вес? Конечно, брать блокнот и записывать следующий прием. Hi,
Привет, я Боб Спирс. Что вы будете делать, если вас схватят за шею? Нужно надавить на две точки смерти, на локте и на колени. Оттолкну его от себя. Мы будем давить вот здесь, на нервное окончание. Хотя такому кабану, как я, достаточно просто случайно упасть на бедолагу. Что же делать, если вас схватили сзади? Нужно просто нажать на точках на руках. И он сразу отпустит. Хотя схватить меня сзади мало кому удастся. Так что нажирайте пузо. Что делать, если вас схватили сзади вместе с руками? Не знаю. Меня так схватить невозможно. Поэтому опять нажирайте пузо. Сейчас я вам покажу свой божественный грэмплинг. Правда, мне потом так тяжело вставать. Если сверху на вас лег гопник, перепутан с большим камнем, нажмите ему на ребра, и все, он вау. Я понимаю, не каждому из вас повезло стать великим мастером с по-настоящему великим весом. Многие из вас любят выбрать одинокую лавочку в тихом укромном месте и спокойненько там уничтожать чекушку с баклажкой пива. Но именно на таких, как вы, охотятся одинокие гопстопники, которые тоже не прочь поживиться. Поэтому опять доставайте блокнот и записывайте. Когда зарастает рана, забываешь о боли, но последствия такого приема не забудет ни один гопыла, и о вас будут слагать легенды. Живите, сохраняя покой, ведь с приходом весны все равно расцветет вишня. Поэтому, если вам не хочется никого уничтожать, или с пистолетами, и без пистолетов, тогда вам нужно стать настоящим мастером кунг-фу. Да прибудет со мной сила Чи! Ведь не зря я показываю всем ученикам свое божественное пузо, которое ее хранит. Да прибудет сила древних мастеров в мою плоть. Ведь не зря я уничтожил сегодня десяток беляшей, и теперь мое кимоно не может застегнуться. Да прибудет дух великих пельменей в мои бока, чтобы я мог не лохануться и выдержать то, что задумал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какие приемы вы будете испытывать сегодня возле наливайки. А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи вы можете, став спонсором канала по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Крутить плечо при ударе, выбросить ручку и обязательно вкрутить кулак. Удар, вернулись. Шаг, удар, вернулись. Мы работаем двоечку. Бам-бам! Пробили, попали, закрыли противника. Пробиваем ему печень. Бум!